На открытии кафедры сестринского дела в Академии технологий управления помимо официальных лиц также присутствовали священнослужители. И не просто так. Ведь в сестринском деле духовная красота и милосердие – одни из самых важных навыков. Кафедра сестринского дела – одна из самых молодых в Академии. Настолько молодая, что выпуска еще не было. Первых дипломированных специалистов кафедра выпустит в наступающем году. Потребность в медицинских сестрах и медицинских братьях, она колоссальна. Мы с нетерпением ожидаем первый выпуск ребят и девчат. Надеюсь, что все у нас получится, и в итоге мы получим, учреждение получит необходимый персонал, а ребята получат востребованную и достойную профессию. Действительно, по плану кафедры сестринского дела в Академии технологий управления будет составлять основной кадровый потенциал сестринской службы на Учебоксарской городской больнице. Став дипломированными специалистами, ребята могут работать фельдшерами, акушерами и медицинскими сестрами. Благо опыта они набираются под руководством лучших работников здравоохранения города. Базой для проведения практики является Новочебоксарская городская больница. Она готовит хороших специалистов, будущих медицинских сестер. В стенах Академии мы сегодня открываем кафедру по специальности сестринское дело, где в подготовке будущих специалистов и будут участвовать представители работодателя. В частности, это врачи Новочебоксарской городской больницы, которые непосредственно будут руководить подготовкой медицинских сестер в нашей Академии. Заведовать кафедрой будет доцент, врач высшей категории, главный врач Новочебоксарской городской больницы Белов Константин Ильич. Руководство Академии и будущие работодатели очень надеются на то, что новое направление подготовки принесет свои плоды. Ведь в сестринской помощи основа успешного здравоохранения. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.